Для многих певица Диана Гурцкая – пример того, как надо любить жизнь, несмотря ни на что. На судьбу артистки и без того выпало много страданий, но недавно она сделала шокирующее заявление, ей диагностировали рак. Недавно певица посетила программу «Жить здорово», где вспомнила, как ей поставили серьезный диагноз – рак матки. Во время очередного похода к врачу у нее обнаружили миому. Тогда медики заподозрили рак, поэтому предложили звезде удалить матку. Диана Гурцкая признается, что сильно переживала за своего сына, который мог остаться без мамы. К счастью, ей удалось не только перенести операцию, но и сохранить женское здоровье. Изначально, чего я боялась, не то, что со мной что-то случится, а побоялась, что будет с моим сыном. Думала, Господи, что с ним потом станет. Не знала, как жить дальше. Чтобы убедиться в правильности диагноза, Гурцкая обратилась к другим специалистам, которые, к счастью, поставленный диагноз не подтвердили. «Я хочу сказать, что есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила. Меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я жила». Пережив такую сложную ситуацию, Диана Гурцкая теперь намного ответственнее относится к здоровью и надеется, что сможет родить сыну Костя, брата или сестренку. Появится возможность, очень хотела бы дочку. Был момент, когда Костя был маленький, не хотела делить свою любовь к нему с кем-либо. А сейчас понимаю, что ему нужен брат, сестра. Что бы я делала без своего брата Роберта? Хотя мы часто спорим, ругаемся, ведь он до сих пор меня считает ребенком. Иногда я начинаю его понимать. Мне тоже сложно слышать, когда мой сын говорит мне, что у него своя жизнь. А брат меня в детстве чуть ли не с рук кормил.